Минувшие выходные казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска провели в полях. Масштабные учения – залог полной боевой готовности войска. Выслеживание противника, разведывательные операции, метание гранаты, минирование и разминирование участков и стрельбы. Из высокой травы только пурпурные кубанки заметны. Чтобы не забывать боевой опыт, огневая подготовка ведется регулярно. Училась вот на той стороне. И казаки, которые там были, вот захватывали гаубицы, пушки, а стрелять никто не умел. Мы должны сегодня, если у нас нет мотчасти, хотя бы теоретически готовить подразделение. Для того, чтобы защищать отечество, для того, чтобы защищать народ. Для этого мы готовим. В историческом лагере под Обинском казаки продемонстрировали выправку и строевую подготовку. Сегодня грандиозное событие для всего Кубанского казачьего войска. Создана первая Таманская казачья боевая дивизия. У нас раньше была бригада казачья, на сегодняшний день у нас стала казачья Таманская дивизия, которая насчитывает 2000 казаков. Созданы 4 полка по 500 казаков. В составе дивизии 350 анапчан. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда вручил знамя Таманской дивизии командиру Ивану Безуглому. Вручено знамя как символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций кубанских казаков. Это первое казачье подразделение в России, получившее такой высокий статус. В лагерь прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Осмотрел учебные точки и поздравил казаков с получением знамени, сделав особый акцент на нравственном воспитании молодежи.